Сейчас эти два мотора покажем и расскажем про них все. Ты куртку снял? Не хочу. А что как не родной? Не хочу, я даже вот это. Да? Ну ладно. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Мы сегодня вдвоем. Да. У нас сегодня пришла супер посылка из Польши. Редко, да, редко у нас эти моторы, вообще мы их продаем. Но тут случай уникальный. Человеку загильзовали в одном шикарном месте мотор. Вот такой же ровно блок. Двигатель это у нас называется CFCA, CFCB. Это двухлитровый мотор от мультивана, от свежего, соответственно, в данном случае это 13-й шел год. Он с 11-го года. Да, с 11-го года он шел. И вот такой вот блок человеку испортили, его загильзовали неудачно под старые. То есть это у нас просто очередной из в работе, просто для, как бы сказать, антуражу. Его мы делаем ремонтный размер под новые поршни, а человеку точно такой же мотор, его испортили, его загильзовали, у него вот здесь вот между стенками цилиндров появились трещины, пошли картерные газы, и все умерло. Хотя сломалось. Как можно убить такой блок чугунный, чтобы он пошел трещинами, я не представляю. Достаточно легко, просто его очень большой натяг ему дали, и он лопнул. Может, значит, работали не специалисты? Это не единственная проблема этого блока, еще у него другие есть проблемы. Это вот эта интересная система. Нам не удалось в прошлый раз достаточно подробно ее продемонстрировать. Это система с двумя турбинами. Соответственно, сделано это для увеличения мощности двигателя. Это самый мощный двигатель, который ставится на Т5. Здесь стоят две турбины. Одна стоит маленькая, и вторая побольше. Сделано это со следующей целью. Необходимости в этом как таковой, в общем-то, нету, но это добавляет возможности двухлитровому дизельному мотору. При помощи маленькой турбины мы получаем большой прирост крутящего момента, начиная с самых маленьких оборотов. А уже позже включается вторая турбина. Сказать, что она включается, не совсем технически правильно. На самом деле, вторая турбина, равно как и первая, работает всю дорогу с самых низких оборотов. Просто свой номинальную тягу, момент наддува, который она выдает, она начинает выдавать чуть-чуть позже. Друзья, хочу порекомендовать вам новый интересный канал Alex Fill. Парень из Москвы, профессионал по части кузовных и малярных работ, обещает множество разнообразных автопроектов. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылка в описании. Для этого нужно раскрутиться до больших оборотов. И в этом ей помогает маленькая турбинка, которую очень легко раскрутить. Итак, этот мотор самый мощный, как уже сказали, в нем 180 лошадиных сил. Также есть комплектации таких же моторов 140, 102. С одной турбиной. Да, на 85 есть или нет, не помню, честно говоря. Так вот эта турбина, она является одной из самых дорогостоящих деталей на этом моторе. Безумно дорогая вещь. Просто чудовищно. Связано это с тем, что вам продается вот так вот вся целиком комплекс из двух турбин. Больным местом этого мотора является система EGR. Она огромна, она достаточно горячая. Ну, точнее, не она сама, а выпуск, соответственно. Который для того, чтобы полноценно работал EGR, должен сильно нагреваться. Опять же, много-много всякого говна летит внутрь мотора. Система EGR очень сложная, это сделано для того, чтобы соответствовать нормам Евро 5, которым соответствует этот мотор. Почему выпуск называется «Посылка из Польши»? Это все очень просто, потому что это посылка из Польши. Потому что человеку пришлось отдать 300 тысяч рублей за мотор с полной комплектацией. Только потому, что кто-то своими кривыми руками засадил ему гильзы в блок с чудовищным натягом. Вот, собственно, и все.
А вот такие моторы вот, получается иногда привозить из Польши, несмотря на то, что Польша, в принципе, качество не всегда самое топовое. Но если работать с нужными там людьми, то вполне можно получать стабильно хорошее качество агрегатов. В частности, хочу сказать, что эти моторы можно и расточить под ремонтный размер, и гильзануть. Да. То есть они вообще ремонтопригодны. Очень них, даже. Хотя нету штатных поршней оригинальных, но есть заменители, и мы знаем, где их взять. Это да. И не только. Но дилер не ремонтирует эти моторы, дилер их считает неремонтопригодными и делает только замену блока, шор-блока. И я разговаривал с представителями дилера, и они мне даже не смогли внятно объяснить, из-за чего этот мотор приходит в негодность на таком маленьком пробеге, как, допустим, 40-50 тысяч километров. Ну, да, они сами, походу, этого не знают или вообще по барабану. Мне кажется, что это все связано с тем, что машина достаточно тяжелая, и с маленького мотора они попытались снять большую мощность. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Этот же мотор, кстати, ставился и на Amarok. Вот такой вот моторчик. Все на нем пришло даже целое. В процессе логистики здесь повредилось практически очень мало чего. Всего-навсего у нас повреждены шкивы. Но их можно либо переставить со старого мотора, либо вообще ничего не делать, просто подровняв кромку, для того, чтобы ремень не задевало. В принципе, я думаю, что мотор этот будет у нашего клиента ходить долго и счастливо. Но сколько он пройдет? Ну да, долго и счастливо, это громко сказано на самом деле. У него предельные ресурсы порядка 100 тысяч, поэтому, может быть, не будет все так хорошо, как хотелось бы, антуражно. Классный мотор. Если надеюсь, кому-то поедет. Будет интересно посмотреть более подробно о нем, у нас есть ролик, вот здесь вот в описании я помещу ссылочку, можете заходить, смотреть, там все про гильзовку, переборку, там все рассказано довольно подробно. Да, так что не будем сегодня ничего ковырять, просто маленькая зарисовка. Да? Да, все. Чао. А помнишь, Жигули не хочешь показывать? Я вообще Жигули не хочу показывать, потому что если их показываешь, народ сразу начинает задавать вопросы. О, у вас там Жигули висят, а вы еще и Жигули чините. О, да вы их еще и перевариваете. Офигенно! А можно нам тоже сварить Жигули?